Привет, меня Аня зовут. Я пресс-атташе клуба МХЛ «Динамо» Санкт-Петербург. Человек из хоккея настолько, что хоккей даже познакомил меня с мужем. Это было ВКонтакте в одной из групп, посвященных Саше Овечкину, лет 10 назад. Собственно, мы давно уже вместе. И мой муж, он до сих пор фанат Саши Овечкина. То есть true фанат настоящий. Прям вот не то, что даже с драфта, еще до драфта, когда в «Динамо» Саша играл. А потом, как уехал, это началось просто, ну, мне трудно это описать словами, но то есть это каждый гол, особенно голы, он верит, что Саша побьет рекорд Грецкий по голам в НХЛ. Это у нас дома непреложная истина просто. То есть реально, вот каждый гол, он правит Википедию Овечкина, там, он, ну, просто там, в общем, true фанат настоящий. Смотрит матчи ночами. Ой, короче, я фамилию Овечкин дома слышу чаще, чем вообще любое другое слово. Любое, на самом деле. И когда Кэпс выиграли кубок этой весной, были рыдания у телевизора. Ну, я в них не участвовала. Но вот Макс, мужа зовут Максим, у него было просто взрыв. У нас дома был национальный праздник в масштабе отдельно взятой квартиры, короче. Вот. А Максу мужу в этом году исполнилось 30 лет. И у меня, я на самом деле долго думала, 30 лет исполняется человеку, что же ему подарить? Вот что же подарить человеку на 30 лет? Не, можно много что придумать, но мне пришла в голову абсолютно совершенно сумасшедшая мысль заполучить поздравление лично у Саши Овечкина. Мысль действительно абсолютно сумасшедшая, ну то есть пусть я человек из хоккея, да, но пусть там КХЛ, МХЛ, да, все, но где я и где Саша Овечкин, да? Строилась, но решила, ну попытка же не пытка на самом деле, правда? И обратилась к коллеге. Он мне ответил: попробуем, жди. Максим, привет! Поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе всего самого наилучшего, счастья, здоровья, успехов. Спасибо то, что ты переживаешь за Вашингтон и за меня лично. Очень приятно то, что есть настоящие преданные фанаты. Давай еще раз с днем рождения. Обнимаю. Тебе в WhatsApp пришло сообщение. Видео. Тебя хочет поздравить один человек. Блять. Это, блять, все ты уже не можешь так быть. Ебать, да ну нахуй! Со звуком включай. Это, блять, не, нет, это нахуй. Всего самого наилучшего. Счастья, здоровья, успехов. Спасибо то, что ты переживаешь за Вашингтон и за меня лично. Очень приятно то, что есть настоящие преданные фанаты. Давай еще раз с днем рождения. Обнимаю. Бля! Ебануться, это просто Ну пиздец. скажи что-нибудь. Что сказать? Меня Овечкин поздравил с днем рождения. Вы ебанулись, блядь? Ебать! Максим, привет. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего самого наилучшего. Счастья, здоровья, успехов. Спасибо то, что ты переживаешь за Вашингтон и за меня лично. Очень приятно то, что есть настоящие преданные фанаты. Давай еще раз с днем рождения. Обнимаю. Ну все, пиздец. Все. В принципе, все. Ну иди целовать. Чего? Кого? Тебя? Кого? Иди сюда, все, выключайте.